Депутаты Госсобрания Башкирии приняли сухой закон, который будет работать в селе Якутово Куюргазинского района. Эту идею предложил районный совет и поддержали жители села. Они считают, что такая мера поможет снизить уровень смертности и улучшить демографическую ситуацию в Якутово. Председатель Курултая Константин Толкачев отмечает, что такой закон в Башкирии принимают впервые. Он относится к этому как к эксперименту. Толкачев сомневается, не обернется ли сухой закон распространением суррогатного алкоголя, как это было во времена перестройки. Однако история может и не повториться, если инициатива исходит от самих жителей села. Возможность введения в Башкирии подобных законов уже затрагивали в Курултае в начале июня. Ну, вы же понимаете, что любой запрет легальной деятельности, он стимулирует развитие нелегального. И здесь будет зависеть от того, как администрация данных населенных пунктов будет контролировать это направление. Если у нас есть инициатива от граждан о том, чтобы запретить продажу алкоголя на каком-либо, скажем так, участке нашей республики, то мы, естественно, инициативу поддерживаем.